Так, друзья, всем привет, с вами Crystal May, мы смотрим на Monolith против Vega Squadron, это Best of 3 серия в рамках первого раунда на квалификациях СНГ к эпицентру, который пройдет в конце октября, опять же, да, и мы прекрасно понимаем, насколько важна она для СНГ коллектива, потому что это центральный российский чемпионат, и в нем, конечно же, вот такие вещи не должны происходить с монолитовцами. Их просто выносят три человека. До свидания. Еще и остается Эллен, его тоже, скорее всего, добьют. Просто жесткий совершенно расстрел от Хаджи. Не прочекали его, и почему-то все впятером монолитовцы понеслись в одну сторону и не решили чекать спину. Опять же, это было необходимым условием для того, чтобы выживать в данном перестрелке. Но Хаджи нашел себе спину, с бойлера зайдя. Да, не самый дефолтный раунд от монолитовцев, я такого, по-моему, ни разу пистолетного не видел, где команда не пытается, например, заработать по апартаментам, там кого-то, условно, кто-то забирается через балкон, пытается работать по бойлеру, все остальные, условно, проходят постепенно на ребра. Здесь работа была чисто через раш на Б, через коннектор, судя по тому, что мы видели, и этот раш на Б не сработал, как мы видим, их просто расстреляли. Это 1-0, Vega Squadron, один из сильнейших СНГ коллективов, я бы сказал топ-3, наверное, если считать Na'Vi, Gambit, сейчас это Vega, до этого мы помним еще по результатам предыдущего мейджора, не Ириговского, еще не Фейсетовского, это команда, которая, можно сказать, четвертое место заняла, если считать, ну, среди СНГ команд, если считать Quantum Bellator Fire, нынешних Windstrike, которых уже больше, в общем и целом, нет с точки зрения состава старого. Тем временем мы видим, как круто заходят монолитовцы в сторону Аплента. Уже расстреляли двух опорников, именно Краша и Чопера. Хаджи тоже падает. Джиар вместе с Кибакином 2 на 4. И здесь, скорее всего, ничего не светит у нас Vega Squadron. Напомню, что Монолит — это команда, которая представляет наш технический центр, а именно, соответственно, Сколково. Вот, и Сколково — это тема со времен еще, конечно же, где-то, ну, знаю, лет 10, наверное, уже существует. Вот. Это инновационный центр, соответственно, научно-технологический комплекс, который находится у нас в Москве. Ну, по факту он находится в Подмосковье, ну, с точки зрения месторасположения. Но официально это территория Москвы, вот, технопарк Сколково. И я рад тому, что СНГ, организация, это тому, что, точнее, организация, которая работает на правительственные гранты, взяла себе коллектив по CSGO, и это замечательно. Ноль эмоций, nice комментатор. О, сейчас устроим, чувак, ты это зря сказал. Сейчас, один раунд эмоций для тебя специально, братюнь. А, кто там у нас? Русланс97. Потому что, не, ну, игра-то онлайновая часть на эпицентр СНГ квалификации, первый раунд, просто коллективы топ-1 уровня, сейчас устроим, блин, просто... А-а-а, Эллен, господи Иисусе, как же жестко по нему залетает от краша. Эллен пытается пройти на ребра, но почему-то присел на атаке и сидит и смотрит в стенку. Но стена смотрит на него в ответ, никто не знает, что она сейчас ему говорит. В конце концов, монолитовцы зайдут в сторону Б-планта, зачекают там банан, на банане никого нету. Тони Блэк вместе с Жаром, нужно им вместе сработать, нужно есть Дигл, есть Симпанай, но этих парней. Экономический раунд от Vega Squadron может закончиться для монолитовцев крахом, и Монолит перестанет их звать к себе. Где же Тони Блэк? Тони Блэк здесь. Краш вместе с Джиаром застакуются вместе на клумбе. Маликек убивает Чопера. Кекнули Чопера здесь при помощи Малика. И Хаджи остался 1-3 аплента. Что он будет делать? Что он будет делать? Неизвестно. Он так одинок, как мое сердечко. После того, как меня бросили. А, так, ладно. Во, как будто финал мажора, видите? Вот именно так, да. Хаджи знает то, что противник обходит его через лонг, будет принимать как раз-таки точку при помощи позиции внутри планта. Шанс у него просто ноль. До свидания, Хаджи. Зашибись. Зашибись, парни. Ну, всем, кстати, привет, кто пришел. Люблю вас всех, чмокаю в щечки и сердечки. Вот, а мы смотрим, соответственно, продолжение до Инферно. Давайте разберемся по картам с вами. Как там вообще обстоят дела по пикам карт? Надо выяснить. Сегодня с ХЛТВ что-то странное происходит. Так,
У нас будет Д-Инферно, которые пикнули себе Вега Сквадрон, монолитовцы взяли себе Дедас 2, и последней картой будет Мираж. То есть у нас все три карты стрелковые чисто, для пацанов, которые любят щелкать по щам. Вот. И Вега Сквадрон, на самом деле, ну то есть согласитесь, то, что сейчас два раунда, которые были сыграны монолитовцами, это чисто, ну, вот этот раунд понятно, что легко было. Но экономический, точнее, пистолетный раунд монолитовцы слили просто вот в салат, потом хорошо взяли форсбайн и с крутым заходом на аплайн против трех опорников. То есть можно сказать то, что сколковчане, если их можно так называть, вообще на самом деле можно, вот, сколковчане мочат, мочат плотно. Где у нас российский команд? Кстати, по-моему, только один человек здесь не из России. А, нет, два человека. Джар и Краш у нас не из России. По монолитовцам полный фулл состав русских людей с русскими паспортами, если можно так назвать. Вот, россиян. Вот, наше классическое слово для таких людей. Так. Объясни мне, почему Вега круто играет на мажоре квалификации, пройти не может. Как так? Ну, вот, честно говоря, кстати, это реальный вопрос, потому что Вега Сквадрон — это один из редких коллективов, который играет only на мейджорах, потому что на всех остальных ивентах тир-1 уровня они не могут пройти квалы. Но это еще не значит, что они на эпицентр не могут пройти квалы. Точнее, это квалы не на эпицентр, а квалы на wildcard эпицентра. Как вы понимаете, wildcard эпицентр — это означает то, что это квалы к квалам. Просто квалы там будут основные, которые будут уже проходить то ли в офлайне, но во всем случае они точно будут консолидировать все регионы, которые проходят квалификация. Так что там Веге еще придется попотеть, если она сможет обойти здесь своих оппонентов. Напомню, что та команда, которая выигрывает, она проходит на Империуму. А Империуму мы сегодня уже показали, что они не собираются просто так отдавать. Да-да-да, иди своей дорогой, сталкер. Мы уже на протяжении предыдущих каток еще угорали над названием Монолит. Я, честно говоря, серьезно не понимаю, неужели они не были уверены, что все будут угорать на тему сталкера при таком названии. Но мне все равно нравится. Монолит звучит круто. Монолит звучит не как Одиум, и мне этого достаточно. Тем временем, чоппер и компания без дефуз-китов, кстати, в этом раунде. Это первый девайсный раунд. И вот первый девайсный — это может быть жарко. Давайте посмотрим. Сейчас нужно напрячь наше внимание, потому что предыдущие раунды не имели никакого особого значения экономически от Вега Сквадрон. А вот то, что сейчас произойдет, может произойти и дать нам, знаете, определенное понимание того, как будет развиваться игра. Потому что Молотов залетает под Никельбека, Тони Блэк, в свою очередь, отходит. У нас два черных, точнее, один Никельбек, а другой Тони Блэк, да? То есть тут надо разделять все-таки Блэк от Бека. Зад от черного. Это хорошо. Это важно, друзья. Это информация, которая только сейчас приходит ко мне в голову. Вот. Но, как вы знаете, Тони Блэк — это Кибакин. Кибакин выступал за Нави не очень долгое время, по-моему, пару-тройку месяцев. Вот. Хаджи. Молик. На, ну, вообще, кстати, таймер плохой у Монолита сейчас. То есть 40 секунд осталось, а им надо куда-то идти. Они еще не понимают, куда они хотят идти. Висят что-то на миде. Чоппер начинает поджимать. Че, зачем? Зачем, братан? Не надо. Ладно, поджал. Его никто не смотрел. Лол, почему? Ладно, размен от Маликека. Мне кажется, то, что все-таки немножко преждевременно пошел чоппер. Без какой-либо вообще инфы начал сжать. И так бы мог бы хорошо помочь своим тиммейтам. А вместо этого краш на тюряге. Молик, нау е, отличная работа. Внутри плента, хаджи. Хаджи! Один второго надо добивать. Давай, 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 зажимай. Пропых, о, поставил С4, заработал денег. Нормально, пропых, один килл есть. Хаджи. Жесточайший раунд. На самом деле, 0 интриги, к сожалению, к моему большому. Вега Сквадрон здесь, несмотря на не самый лучший размен для чоппера. То есть вы понимаете, да, то, что с одной стороны, из позитива он собрал какую-то инфу. Но с другой стороны, из негатива он разменялся 1 на 1, а размен 1 на 1 для атаки лучше, чем для защиты. Потому что атака выходит условно потом вчетвером на аплент, на нем два опорника. И типа, что делать? Краш молодец, там немножко времени на себя сфокусировал и дал своим тиммейтам перетянуться. Благо Хаджи просто красавчик там все сделал, по качеству отыграл. Люблю, когда люди по качеству отыгрывают. Опять же, видно то, что тренировки есть. Маликек тем временем... Там заруба, кстати, на другом конце экрана. Я думал, что не будет дабл поджима, думал там соло, потому что
по иконкам не было видно. Это дабл поджим, да, от Vega Squadron. Результат вы сами видите. О, это гетрек. Это просто гетрек, чуваки. Это тотальный просто дабл килл с еще и выпавшей бомбой. И, то есть, вы надеетесь, что, конечно, параплея сыграть со стикером. Да, сыграл. Это такой, знаете, типа, фейс-десятка пока что стайл. То есть, люди умирают в разных кусках экрана. Вообще никакого стака нету. Просто вот, ну, чисто... Да, там вышел на дуэльку, там вышел на дуэльку. Найс. Найс, микро за 200 гривен у комментатора. Сейчас, смотри, смотри. Хочешь, я тебе устрою? Сейчас. Вот так вот лучше, братан. Так ты чувствуешь себя намного более АСМРненько. За 250 гривен. Ты ошибся в цене. Тем временем мы отправляемся смотреть дальше противостояние Vega Squadron против Monolith. Monolith молодцы, взяли два раунда подряд. Сейчас 4 раунда. Нет, стоп. Они, да, сделали ресет экономики для Vega Squadron. Соса денег нету. Приходится немножко ЦЗшничать с Лиганса. Вот, и... Когда люди... Играя с подобными девайсами. Да, кстати, force buy. То есть не будет денег в следующем раунде Веги, если они не выигрывают здесь. И надо, конечно, постараться что-то там намутить, какие-то минусы. Вот. И... Чоппер вместе с Хаджи. Ну так, я просто в соло, естественно, работаю, поэтому я порой почитываю чат, чтобы вы были, так сказать, моим сокастером сейчас. Одно большое сокастерное чатерство. Поэтому я стараюсь как бы, да, с вами общаться, задавайте вопросы какие-то по игре или по CSGO сцене. Будем стараться отвечать на них во время экономических раундов. Чоппер! Ух, какая залетина от Джара вместе с Хаджи, но в конце концов у них не удается разменяться себе в плюс. И Vega Squadron теряет весь свой состав. Монолит. Монолитен. Потому что потеряли они только одного никелбека. Это очень хорошее вливание по экономике для них. Джар, надо идти сейвить. Надо идти сейвить, ни в коем случае не умирать. Где второй канал, где Авангар? Он находится на эпицентр нижнее подчеркивание RU2. Короче, ты можешь скопировать название моего канала и добавить ему двоечку. Я, кстати, не знаю, может быть, они еще просто не начали. Хорошо, что Слип не комментит. Слип комментил уже. Я не знаю, может быть, даже будет дальше продолжать комментировать правильное противостояние в рамках СМГ Квал и Кибакин. Заберет калашников в свои теплые ручки. Следующий раунд перейдет вместе с ЦЗ и автоматической винтовочкой. Может передать ее своим тиммейтам, может оставить себе. Найс, квала фавориты сливают нубам. Согласен, так и происходит пока. Но... Не расслабляйся, давай как всегда. Нет, ну в смысле, ну это квалы, чуваки. Ну чего, я не знаю. Мы тут спокойно, в домашней атмосферке, в соляную сижу с вами, кайфую. Так, что у нас там по коэффициентам, кстати? Монолит 3.37, я вижу, он есть. Ну, то есть, вы понимаете, да? То есть, ну, монолиты здесь не воспринимаются вообще как коллектив, который имеет шансы, даже несмотря на 2.5, на их собственной, точнее, на чужой карте, кстати. Музлострим. Музлострим будет через 3 недели где-то, судя по тому, что уехал там Юрец просто. Так, монолит. Жестко халдят, при том, что у противника пистолеты, то есть вы понимаете, они читают экономику противника, и сколковчане должны знать только один фактор, что противник отдан был только один девайс. Чего они боятся, я не знаю. А, ну вот чего надо бояться, сейчас будет. Хаджи. А! Нет, все-таки не было. А! Это одно из лучших озвучений вообще в... Почему на Рухабе такие отвратные комментаторы? Я тут знаю. Я же не из Рухаба. Кибакин убивает одного. Джар тем временем сейчас откроется с ямы. До свидания. И Тони. Тони остался один. Почему ты говоришь сколковчане? Потому что Монолит — это команда Сколково. Вот, Сколково — это технопарк, который нанял себе команду из 5 человек, которых зовут Спикер,
про Плех, Никлбек, Маликек и Элиан. На самом деле, мне кажется, Маликек как-то по-другому звучит в официальном составе. А Малик? Ну, Малик, про Плех. Я, кстати, не знаю, что означает про Плех. Его зовут Дмитрий Сенигов. Малика у нас зовут Артем Архипов. Спикера Александр Иванов. Элиана Алексей Гусев. И Никельбека Алексей Трофимов. Итого два Алексея, один Александр, один Артем и Дмитрий. То есть у нас четыре имени, начинающихся на А. Что это значит? Это означает 3-2-2. Мы все это знаем прекрасно, да. Is there an English stream out there? I'm not sure, but I don't think so. Ну что ж, друзья, пауза у нас была поставлена. Вега, видимо, пытается осознать, что она хочет преподнести в этом раунде. Опять же, дефус-киты у них отсутствуют, нету моликов, кроме одного от Тони. И это печальный бай, то есть, ну, посмотрите на эти раскидки, посмотрите на отсутствие АВП, посмотрите на отсутствие китов, на 4 первых армора. Конечно, против калаша это не так принципиально, но при простреле это может сказаться. Проплех по-английски считается как проплей. Ну, возможно. Технологии Сколково работают против Веги. Да, да. Не, ну 4А это бумага, да, это еще и кроме этого кристалл ты еще под кайфом, конечно. Так оно и есть. Я понимаю, что вы привыкли к моему комментированию формата. Чоппер заходит на плент вместе с своим тиммейтами. Сейчас они будут обороняться здесь. Там три человека на Б-пленте стоят на банане. Значит, у них есть раскидки. Полетели грены. Никлбек заходит. Молотов налево, направо. Проплей проседает очень серьезно. Никлбек ловит краш. Боже мой, какая жесть. Тони Блэк. Флешечка. Хорошо. Заход от Кебакина. Нормально. Одного, второго. Сочно. Могло бы получиться, но не получилось. В конце концов, размена в пользу Монолита. 4 на 3. Монолит все еще стоят на своих стояках. К Чоппер тем временем заходит на бойлер, просматривает мидл. Спикер тем временем ждет своего оппонента. Окошко дропается вниз. Чоппер пришел сам с ним разобраться. У Чоппера не получилось, зато у Хаджи получилось. Джар ждет, когда же оппоненты к нему придут. Монолит. Монолит. Единственный Мария малыш Монолит. Майл. Да, слушайте, что-то вот была ситуация 4-2, по-моему, или 3-2, но как-то разбазарили начальное преимущество команда Monolith, и теперь Vega Squadron должны отработать. Пау! Нет, что-то не получается. Джара не самый лучший выпад. Не надо выпадать! А ладно, он выпал, в конце концов, дал хедшот. Я уж думал, надо просто подождать своего тиммейта, ведь Худжи мог помочь ему. Точнее, Хаджи мог и помочь ему. И Элиан забрал бомбу, но получил Хая в спину. 3-6, друзья. Вега Сквадрон все-таки смогла сыграть из-под меньшинства. Сыграла замечательно. Прям... Хорошо. Хорошо. Димка, где Убик? Не знаю, где он должен быть. Я не слежу просто за полупрофессионалами. Так, хаешка, Джар. Плотно залетело, 57 хп осталось. Краши с Хаджи, кстати, одинаковые эмки. Ужас какой. Так нельзя играть, но я имею в виду, распределили бы уже, договорились бы, что кто-то играет с красненькой, кто-то с розовенькой. Хаджи в Империал. Господи, за что же вы такие эти? Кибакин. От Кибакина ли его тут попал? Ну, такой, знаете, подход под одну флешу формата. Сейчас я чекну, сделаю килл, отойду. Получилось не очень. Ну, такое случается с людьми, знаете ли. Да хорошо, хорошо. Я реально не понимаю. По-моему, Хаджи, все привыкли к Хаджи. То есть мне-то все равно, как произносить, потому что важно то, как произносит себя игрок, да. Англоязычные говорят по одному, мы говорим по третьему, в случае с русскоязычными плеерами. Важно то, как он говорит, а так я не могу сейчас спросить, то скорее важно, к чему вы привыкли. И, по-моему, вы все привыкли скорее к Хаджи, нежели хуже. Вот.
Джар, флешки, полетели, молики туда же, Джар один на опорной позиции, начинает спрей, одного со спрея, второго тоже со спрея, один хп остался у проплея, кроме этого еще и спикер, или спайкер, ладно, Джар, понимаешь, здесь ставится бомба, начинает проспреивать, по нему есть инфа теперь, хотя по нему и так была инфа, но в общем и целом монолитовцы уже поставили бомбу, она пиликает, и надо уходить на сейв, говорят ему чопперы хаджи, говорит, слушайте, ну не, мы туда не пойдем, но если ты сможешь сохранить, пожалуйста, эмочку, то ты сохрани, Джар говорит, да, я сохраню, 18 хп у меня есть, я убежал, нормально, все неплохо, монолит. Возьмут этот раунд, у нас тут, получается, была серия из трех раундов, потом раунд за Вегой, потом серия из трех раундов, потом раунд за Вегой. И по логике вещей Монолит должны взять еще серию из трех раундов, потом еще один раунд за Вегой. Итого мы дойдем до того, что в Веге Сквадрон будет 4 раунда на первой половине. Знаете что, это плохо, очень плохо. Так, вы за Худжи. Ну нет, по-моему, вы не за Худжи. Anyway, у Vega Squadron на этот раунд будут девайсы, это позитивно, потому как, вы сами понимаете, очень тяжело играть просто с голыми пистолетами. Ребят, гладкий криминал. Так, чоппер, хаешечка. Ну, монолит опять же не будут особо торопиться, мы понимаем то, что рашить не имеет никакого смысла, получается у них играть медленно и тактически. Ты целый день соляного кометишь, не устал еще? Да нет, все нормально. Подхавался тут это. Доставочку себе заказал. Сушки. Сушки подхавал, в смысле, ролки. Сушки ролки. Так, чопа. Чопа! Под себя смачок. На нем будут несколько оппонентов. И Хаджи сносит одного, Крашит сносит второго. Хаджи хорошо получается играть в Веги Сквадрон в этом принятии оппонента. Спикер! Сочный прострелич, и надо сейчас работать по боковинкам. Одного, второго, не получается. Никелбэк на размене, ничего не может сделать. 4-7, монолит, проиграли раунд. И у нас начинаются качели. Сочные качели. Почему ты покинул нас, монолит? Это, кстати, из третьей части, если не ошибаюсь. Из части, где главный герой уже пришел на военную базу внутри Припяти. Они стоят и молятся какому-то электронному девайсу. Какому-то горе хлама с антенны. Эх, как было вчера! Спикер, красиво, минус Хаджи. Кстати, двойные поджимы от Веги Сквадрон на апартаментах уже были. И в предыдущий раз их похоронили. И в этот раз они попытались еще раз, и в этот раз тоже не получилось. Итого, я уверен, что Вега Сквадрон на окончании первой половины перестанет ходить даблой на апы. Поджимаю. Уверен. Из дома, конечно. Да, сегодня из дома. У нас сегодня на студии будет Мингат вместе с Смайлом, а я сижу из дома, комментирую для вас квалификации на СНГ Эпицентра. Вот. А на SL Pro League у нас будут Минт вместе с Смайл. Там Смайл Минт? Смингат? Да, Смингат, наверное. Смингат, да. Это хорошо звучит. Слабо комментировать рифмами. Я на самом деле никогда не был хорошим рифмоплетом, но бывает, порой получается нормально. Чоппер убивает одного, второго. Там тем временем добивает спикер. Просто красавчик, как же он ворвался, посмотрите на него. Но у Тони Блэка тоже есть еще порох в пороховницах и ягодиц в ягодницах. В ягодницах. Ягодницах. Ягодницы, да. Сочно. Все нормальные кастеры уже в других студиях. Но если ты считаешь Инканица ненормальным кастером или Сеню ненормальным кастером, то да. Только привык к препам от Монолита, они уже через стены стреляют. Ну в смысле, им просто, сам понимаешь, Монолит им говорит, где находится оппонент. Это же нормальное состояние. Но вообще, чилы вроде играют тут совершенно по честняку, и это и так понятно, да. Команда серьезная. И 4 килла от Никелбека. Это выглядит не очень хорошо для их коллектива, но самое главное, что они взяли, в принципе, семерку на атаке, уже могут взять еще немножко побольше. В принципе, неплохо на чужой карте-то против Vega Squadron. Vega Squadron-то неплохо. Маченский на мидл.
Монолит решает играть, знаете, типа, я бы на их месте сыграл бы 3 ВДВ, ну, в смысле, тройной пистолетный дроп на пески с апартаментов, но это не 3 ВДВ, это заход на Б, я так понимаю, да, плент, судя по тому, как мы видим по карте, располагается команда Монолит. Здесь вопрос к Джиару, конечно, он будет сейчас главным отстреливающим девайсом у Виги Сквадрон. На, еще второго, кстати, попал по ноге прострелом. Сквозь понятно. Ну, тут легко. Тут легко. Пистолетный раунд. Все-таки фонари только клумбы летают. Вазон! Вазон упал. Убийца платит. Платит, господи. За что он платит? Монолиты копили 10 лет ради того, чтобы на одну карту приобрести в аренду зоника, чтобы она координировала сюда и прострелила с привычи. Сильно. Сильная история. Итак. Калашниковый и снайперская винтовка от Монолит. В атаке, 14 раунд у нас на экране. Пока достаточно плотная борьба. Я, честно говоря, не ожидал, да и, судя по коэффициентам, никто не ожидал чего-то от монолитов. А монолиты молодцы, монолиты стараются. Монолиты явно подготовились к этим квалификациям. Я уже говорил, что они принципиально важны для любой СНГ-команды, потому что это лан-финалы в Москва-Сити, ну, в смысле, в Москве. А в Москве очень-очень важно показать себя, потому что аудитория твоя, домашняя, родная, будет хайпить, болеть. И Винстрайки, например, вот на этом очень серьезно поднялись, то есть... Ясное дело, что их удачное выступление на эпицентре не осталось без внимания, особенно в Москве, да, потому что все фанаты СНГ приехали туда и посмотрели. Ну, это я про, конечно же, Доту, если кто не в курсе, не понял, потому что про КС состав Винстрайка говорит, лучше ничего не стоит. И Монолит, три человека, заходят на банан или не заходят на банан, не очень понятно. Так что, соответственно, что для Монолитов, что для Виги Сквадрон, принципиально необходимо просто выйти на лан-финалы, причем желательно еще и в плей-офф часть, чтобы, соответственно, сыграть на стадионе. Когда они поймают маслину? Не, ну они сначала будут чики-брики и в бэшке. Потому что вот именно на Б они заходят сейчас. И флешка от Краша. Краш летает через нее. Красавец одного. Надо второго. Хорошенько, хорошечно. Нормальненько. 7-7, друзья. Монолит проиграли этот раунд. Чики-брики и в дамке не случилось. Чоппер, кстати, 3 килла. Это по факту Вега Сквадрон вчетвером играет сейчас. Да, и теперь в последнем раунде монолитовцам придется играть чисто фулл маг плюс МП, СД, бай. И это будет раш. Никелбэк заходит, если хочешь брать меня, бери китобой. Посмотрите, что будет сейчас от краша, это будет жесткий китобой. Смотрите. Нет, не получилось. В конце концов, бомб будет поставлен, несмотря на то, что бай не самый оптимальный. Или он просто оформляет 2 килла при помощи своего уже калаша, который он подобрал теперь у оппонентов. И что? Лол, Вега это проиграет? Вега это проиграет? Что? Как это возможно? Проплей. Убивает Тони. Джар. Выход. Нормально. Красиво. Ну, все. До свидания. Да, вот это раунд. Я даже не знаю, что здесь сказать, честно говоря. Такие раунды навевают на меня одну очень важную вещь, а именно логистический партнер турнира Эпицентр, сервис заказа такси Ситимобил, который придумал таксипортацию. Чтобы поездок было много, они должны стоить мало. И сейчас мы таксипортнулись на вторую половину The Inferno. Чоппер будет первым открывающим банан, но нет, не будет. Никелбэк вместе с Маликеком делают 2 килла. И это тотальный кек, честно говоря. Опять же, напоминаю, Вега Сквадрон играет на своей сейчас карте. То есть они пикнули до Инферно, чтобы играть его. И пока выглядит это не так безумно круто, насколько можно. Лучший интеграц ever. Да, я сделал это. Я жесткий в таких моментах. Сижу, знаете, у меня типа есть алгоритмы интеграции, они рандомно воспроизводятся, и пока там типа
одно число на другое не попадет, я не делаю ничего. Так, кстати, это реальный шанс для Виги Сквадрон. Тони Блэк заходит в боковину, спикеру надо добить, нормально. Заработать денег при помощи постановки бомбы было бы неплохо, но слева находится шорт. И шорт от Никелбека. Трипл килл в этом раунде. Хорош красавчик просто. 7-9. Да, ну походу, короче, кто-то забыл вырубить мозгосжигатель. И сейчас монолит просто начнет веселить. Хотя, опять же, да, есть форсбайный раунд, Вега Сквадрон способны его вынести. Опять же, напомню, что у нас на первой половине случился размен раундами первыми двумя. То есть Вега Сквадрон выиграла пистолетку, потом она отдала антифорсбайн. Это то же самое может случиться в обратную сторону, кто знает, кто знает. Ну, тотальный кек. Ну да, ну в смысле, есть Маликек и его кек. Ну что, я не понимаю, почему вы... Почему вам не кажется, что это, возможно, не... подобает данной катке. Так, Эллен, по-моему, вполне себе аутентичненько. Тони. Это пацаны, так, короче, я сейчас запалю чумчуна, а? Куда чего? Дам инфу, вы идите пока на Б там с бомбой. И никель. Вот он, парни, вот он врывается, это никельбэк! Не получилось у него ничего, к сожалению, Элен, тем временем ЮМПХ. Дальняя дистанция, попытка уничтожить противника. У него все получается, он минусует краш, он сейчас может еще и минуснет хаджи! Лоу хп, остается 39 хп у него, у чоппера 78. Напомню, что у чоппера 3 килла, так что у него нет шансов здесь. А, нет, слушайте, нормально, через флешку сыграно, хорошо, давайте второго. Второго, тащи, чоппер, но нет, вертолетик падает. Хаджи один против двух, тащит одного, надо тащить второго. Маликек пришел к нему, будет ли тотальный кек или паунс от Хаджи? Ну-ка. Диффузить, сел, 4, 2, 1, это тотальный кек, друзья. Потому что про не фейкуют. Потому что про не фейкуют. Да, вот это раунд, друзья. Не раунд, а праздник для Monolith, потому что, опять же, напомню, что они играют на чужой карте. Вега Сквадрон из-за того, что поставила бомбу, соответственно, имеет возможность теперь тоже закупиться еще и калашами, и диглами, и галилами. Так, так, никель. Хорошо сыграл против Джара, снайпер команды Вега Сквадрон, который пока что, кстати, смотрится не так импортно, как хотелось бы. Но на второй строчке, на третьей строчке, точнее, в своем составе. Кстати, а вот монолитовцы, посмотрите, они реально монолитные. У них 10 убийств у 3 игроков и 13 убийств у 2 игроков. Никто, что называется, не высаживается вперед. Там, типа, не электроник вам с симплом. Тут все четко, тут все ровно, никто не убегает друг от друга. Так, Хаджи убивает Маликека, чемпиона предыдущего раунда, героя, который раздефузил бомбу и сделал это на стальных просто банках совершенно спокойно. С тобой женщины фейкуют постели? Конечно. Как же по-другому? Не приходится. Тем временем, спикер. Вау. Вау, просто комментирование не доводит людей до определенных ощущений. React. Точнее, краш. Да, монолит, это монолит. Монолит — это сильная команда, судя по тому, что мы увидели. Я имею в виду, я реально удивлен. Они потрясают мое воображение, причем даже без каких-либо сарказмов сейчас. Потому что, ну, они обыгрывают Вегу. Я бы, конечно, хотел посмотреть на них еще против других коллективов. И, возможно, на Лане хотелось бы тоже. Но пока это впечатляет. Пока это сочно. Прям... Краш идет вперед, откидывает тут C4 своим друзьям. Тяжело идет игра у Веги, согласитесь. Каждый раунд, который они берут, не считая вот первого, например, открывающего, он как-то, знаете, так прямо тяжело.
тяжело за ними смотреть. Но с другой стороны, может быть, они просто не разыгрались, не проснулись, такое тоже бывает. Сейчас на второй, третьей карте просто возьмут и разобьют лицо монолитовцам. Но я, не, честно говоря, реально не знаю. Вот не имею ни малейшего понятия. Давно не смотрел на эту команду. В рамках мейджора я групповую стадию смотрел очень мало. Конкретно Вику Сквадрон вообще не смотрел, потому что мне не было интересно, как они играют. Вот, я и так понимал, к чему это примерно приведет. Ну и что касается Веги, кстати, она сейчас убежит в сторону КТ спауна. Здесь, к сожалению, для них Никелбэкс просматривал спинку, понимая то, что это сплит Б точно уже. Кстати, интересно, у Никеля, этот, не Аима, скорость сенсы явно такая кирбайного стиля. Ну вот, это 12-7. Это 12-7! И походу монолитовцы готовы уже забирать себе оставшиеся 4 раунда. Я, честно говоря, не понимаю, что собираются делать сейчас Вега Сквадрон, то есть, ну... Нужен какой-то супер план. Я за 3 ВДВ. У них 3 ВДВ получался один раз с девайсами. Надо попробовать еще ВДВшный раунд. Но это будет, походу, ранняя борьба за банан. Откидки пошли. Молики, хаешки. Чоппер просел до 64 хп. Чоппер 4 килла, друзья. То есть, ну, за 20 раундов это 1 килл в 5 раундов, да. И я знаю, что Чоппер может лучше, но, к сожалению, сегодня не, вообще не получается никак. Возможно, у него там какие-то личные проблемы, возможно, он заболел. Опять же, сейчас осень, реально очень много людей болеют. Нави, например, заболели всей командой. Империя заболела всей командой. Ну, Империя точно заболела, Нави я не помню уже. Но... Ну, я имею в виду смысл не по КСу. По КСу я не в курсе. Я про Доту сейчас говорю. Тем временем, заход от Хаджи и компании внутри Б-планта. Тут просто вот этот парень гуляет, посмотрите на него. Это просто рофил. Ну, у него вообще все нормально. Маликек вместе с Эленом. Остались вдвоем. Маликек делает 2 килла, но Элен остался один. И Малик. Малик! Его киллы не имеют никакого смысла. Почему этот поехавший постоянно говорит про Доту? Ну просто она для меня точно так же близка, как и КС, друг мой. Здесь, что здесь, я имею в виду общие проблемы с точки зрения, например, заболеваемости осенью, да. Осенью, опять же, если вы еще не заболели, то будьте осторожны, вирусняки ходят. Вот, у многих про-плееров сейчас с этим имеются определенные проблемы. А играть на максимальном уровне, да, на максимальном концентрированном скилле, ситуации, в которой ты больной, очень тяжело. Элен, Смоченский, выходит с АВПМ, нормально могло бы все получиться, но в конце концов он просто проиграл эту перестрелку, ушел обратно домой, но Никельбэк прикрыл своего товарища и Джара выловил и убил. Вау! Вау, 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 вау. Я древнее животное, покажи мне свой хол. Спикер. Под смоком. Спикер. А ящичка прилетела, 25 хп осталось. Ну, а он, опять же, здесь 3 человека на планте, все реалистично. Эллен убивает еще одного парня. И Вега Сквадрон, вообще еще не зайдя никуда, в принципе, единственное, что есть, это чоппер у этой штучки. Но, опять же, у него 4 килла все еще, да? У него 5 уже. Давай, 6-й, братюня! Вертолет! Давай, 6-й, свой фраг, пожалуйста, во имя акул. Молик внутри планта и убежать на А. Точнее, на Б, видимо. Или нет. Или нет, или нет, или нет. Так. Краш, просто. Чё с экраном? А чё с ним? Все в порядке. Вроде показывает, типа... Кайсыч. 30 секунд осталось, атака Веги Сквадрон захлебнулась в собственной крови, и теперь надо что-то придумывать, а гранат нет вообще. То есть, тебе даже флешку невозможно подкинуть, чтобы открыть какую-то позицию. Это, конечно, полный отстой для них. Придется играть как-то. Тони выносит одного, второго, третьего. Мы не увидели от Краша вообще ничего. Я надеялся, что он как-то тут сможет, но его тиммейты просто полностью разобрались на планте. Такого не должно было происходить. Монолитовцы 3 человека не смогли задефать. А, причем, ладно, не смогли задефать. Они не убили вообще никого после того, как начался заход от Лиги Сквадрон. Это при том, что гранат вообще никаких не было от атаки. Просто рафлан лицо, реально. Но...
С другой стороны, монолитовцы сейчас посмотрят на это дело и такие, ну ладно, сейчас мы типа попробуем какие-то аркады сделать, может быть, в начале раунда. Кстати, по деньгам все очень грустно, мы видим, два девайса сохранятся, скорее всего, но вот у этих трех парней денег-то не будет. Да, для СНГ КС не нужны флешки, плюс-плюс. Просто парни пришли, вынесли вдвоем троих, причем, да, то есть вы видели, я показывал вам краша в этот момент, я думал, что он тоже выйдет своими тиммейтами, но он остался на апартаментах. И просто парни из атаки вдвоем вынесли троих на опорных точках. Это... Ну, нам ладно, окей, на песках парни был лоу хпшный с фармганом, но все равно остальные это были плюс-минус половые. В этот пытался парень убить. Не знаю. Так. Спикер. С P250-м. Сейчас будет заход на Б, такой, знаете, по кайфу заход на Б, когда вы, типа, заходите на Б, но на самом деле вы фейкуете, а потом все-таки заходите на Б снова. Или нет, это просто топорный заход, да. Без шансов разбивают лица парням из Монолит. Тяжело им, конечно, играть, ничего не скажу. Но сейчас мы Мали надо просто добрать этот калаш, который лежит на апах. Проблема в том, что Мали находится... Не на планте, он в смоках на Б. Кстати, он может остановить постановку бомбы. Оп, оп, байт, байт, жесткий байт был. Легчайший для Виги Сквадрон, 10-12. Позовите меня кто-нибудь гулять, пожалуйста. Ну, я типа позвал одну девчонку, например, она сказала, что она болеет. Теперь зовут только мальчиков. Тем временем, Вега с ВПМ, остальные с калашами, ну... Команда атаки, монолит в свою очередь играет без снайперской винтовки и с диффус-китом только одним. Молотовых тоже недобор. И спикер без нормального девайса. С фармганом играет в этом раунде. Ну ничего страшного, опять же. Тик. Молики. Направо полетели. На ребрах. Проплей, что вот это за маневр, я не очень понял, честно говоря. То есть можно сыграть спокойно, у тебя есть типа смог. Можно откинуть дополнительный смоченский, да, вот поставить как раз таки классический буст, который не пробивается никем никогда. Откинуть смог сейчас вот желательно, и все, и у тебя все замечательно. То есть я имею в виду, в чем проблема. Вот смоченский, чекнул. Видит противника, начинает по нему стрелять неудачно. Да, никель, конечно, свап тебе поможет, братян. И Мали, Кек вместе со спикером и Элианом остаются втроем на сейф своих девайсов. Соответственно, это еще один раунд для Виги Сквадрон. Так, отправляемся на продолжение. Да, водичку пью. Сижу. Это важно, не дегидратироваться. О, кстати, это сетап от LDLC известный, точно. Ну, точнее, его и другие клубы используют, но для меня он сетап из LDLC, потому что на ESL Pro League они часто это делали в предыдущем сезоне. Теперь LDLC больше не участвует в ESL Pro League, поэтому такого сетапа я больше не вижу. Итак, погнали дальше. Это? Вот экономический раунд от монолитов. Скорее всего, мы видим 12-12 по логике вещей. Флешка, флешка, чоппер зашел на шарту, просмотрел. Надо вот эту вот часть, конечно, увидеть. Вот эту вот. Сейчас. Полет, стрекозы. Так. И... Кто будет первым выходящим на эту триплу? Вот вопрос. Так, выход. На.
Отлично, отработано трипла. Зашел Тони Блэк. Умрет ли он там? Тони, Тони простреливает одного, второго, достает пистолет. С ножом в руках просто Маликек уже выбежал. Проплей станет последним и умрет. 12-12. Монолит попробовали, знаете, что-то такое красивое оформить. Вы знаете, это будет, это не поджим аркадистый, да, а какой-то эксперимент с несколькими игроками в одной и той же точке. В принципе, могло получиться, плюс-минус. Nickelback вместе с Селином взяли себе WPM, остальные самочками у нас будут играть. И давайте посмотрим. Чоппер, кстати, начал подключаться к своей команде, сразу стало намного лучше для Vegas Squadron. 11 киллов от него, напомню, что закончил он с 4 киллами на первой половине. Но на второй показывает хай-левел скилл вообще. Убивает Маликека. Или Малика убивает еще и спикера. Ну, в общем, судя по всему, Вега решила уже закончить эту свою пользу. Опять же, напомню, что эта карта их пик. Так что Монолит здесь как бы не хотели, как бы не старались. Их опорные позиции все-таки достаточно дырявые, оказывается, в данных раундах. И уже сколько? Уже пятое они отдают подряд? Да, они шестое дают подряд. И, скорее всего, дадут еще и седьмое. Хотя у монолитовцев засейвится три девайса. И вот сейчас посмотрите на эти деньги в Веге, да? Вот видите? 6500, 8300 и так далее. Надо идти выбивать. То есть выбивать девайс надо 100%, потому что невыбитые девайсы гарантируют противнику 3 на следующий раунд оружия. А в случае, соответственно, с выбитыми, там хотя бы одним-двумя, это намного серьезнее облегчит ситуацию в следующем раунде. И можно реально сейчас всем умирать. Плевать вообще. По деньгам все в порядке. Ну, может быть, конечно, не прям супер идеально, не по 16 тысяч, но все же. Ну, вот зачем? Ну, и что это? Да, не дожали парни. Ну, у них опять же своя голова на плечах. Я указывать никому не могу, да, и не буду. Просто посоветую. А мой совет был как раз-таки в том, чтобы сыграть все-таки на выбивание, чего бы это ни стоило. Все равно там плюс деньги с предыдущего раунда. Но, ладно. Монолитовцы, в свою очередь, имеют сейчас опять по девайсной нормальный, по раскидкам, по диффузам все в порядке. А ВП есть также у Никла вместе с Эрином. Ну и посмотрим, чем закончится это противостояние. Еще игры будут? Да, это полноценная Best of 3, бро. Но после этого Best of 3 заканчивается, соответственно, у нас трансляция на эпицентре. Может быть, не будет полноценная Best of 3, но может быть, мы закончим две карты, я не знаю, честно говоря. Спикер. Или выходит на него, и спикер тоже. И тут как бы дабл кил прилетает. Vegas Squadron. Очень ей больно. Джар остается один последним игроком. Ничего не получилось в этом раде от слова совсем. Очень узкая атака. Я не люблю узкие атаки на Дейнферно. Возможно, я просто какой-то фанатик до широких атак. То есть заходов и по лонгу, и по шарту одновременно. И условно апартаментом. Но здесь достаточно однобоко вылезали Вега Сквадрон. И позиционка монолитовцев им позволила полностью законтрить этот раунд, не оставив шансов и камня на камне. Не оставляя камня на камне от ни единого шанса. Можно так еще сформировать это, чтобы оно еще более по-дурацки звучало. Ага. Угу. Окей. Хорошо. Если ты любишь узкие атаки, то это не означает то, что в кейсе это применимо. Надеюсь, что твоя команда атакует так же узко, как тебе нравится. Хаджи тем временем убивает спикера. Пытается он сыграть через аплент. В соло здесь чисто максимально сфокусироваться на себя соперник. Почему у него это удается? Главное умереть. Боже, господи, где стрельба? Мали, это жесть. Хаджи успел свапнуть оружие и убить противника. Хотя при любой другой нормальной ситуации он, конечно же, там погибал чисто из-за своего свапа. Зачем это комментить вообще, Кристалл, уезжай домой? Я и так дома. Я собираюсь после этого стрима, после этих матчей постримить еще сам новый Assassin's Creed на своем личном стриме. Если у меня, конечно, останутся силы. Ну, я думаю, что останутся. Чоппер уходит на КТ спаун в сторону Аплента. Здесь только один Элиан. У Элина, честно говоря, не так много шансов.
Ага. 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 Я понял. Вот это хайлайт, друзья. Угу. Чё-то как-то это было слишком жестко. Ну, с одной стороны, конечно, Вега ошиблась здесь. То есть, когда он убил первого, можно было сделать маленькую паузу, буквально секунду, и сделать выпад вместе, да, правильный. Но они сделали выпады по факту с таким таймингом, что у Эллина удавалось, типа, щелкать, потом, соответственно, перезаряжать АВП, щелкать, перезаряжать АВП, щелкать еще раз. То есть, здесь Вега сама дала возможность противнику, но и противник очень красавец. Просто, то есть, я имею в виду, Эллин сделал очень хороший фрикшот и просто супер сок. Тут у меня вопросов реально ноль. И, ну, это хорошо было. Я надеюсь, что это не читы, конечно. Но я сомневаюсь. Дима, что за ассасин? Ну, ассасин новая Одиссея. Типа греческий Assassin Creed. Выходит сейчас вот в 7 часов вечера PC-версия на Steam. Я уже ее загрузил, типа, готов врываться. Так, смоки и флешки. Тони Блэк. До свидания. Вот, ну я не смеюсь, что он, скорее всего, не подрубал, точнее, ну это звучит, да, не очень. Ладно, в любом случае, типа, парень просто на скилле отыграл, здесь очень крутое принятие решений от него. Ну и Вега могла сыграть сильнее, согласитесь. Это, возможно, 15-й раунд, потому что Мали убивает одного, второго здесь еще добывает. А, кстати, ну, Краш вместе с Джаром все-таки зайдут на плент, поставят бомбу, ситуация 3 в 2, не удержал второй опорник монолитовцев на Б тут. Мог немного лучше сыграть никельбэк. Не вышло. И теперь вопрос, конечно, в том, что у монолитовцев один игрок на банане. О-о-о, ну начинается. Да, это раунд за Вегой. Слушайте, это выглядит как допы какие-то. Тут такое ощущение, что команда равная полностью по скиллу. И мы будем смотреть с вами качели до конца вообще жизни этой планеты. Потому что 6 раундов подряд брали Вега. Сейчас они 3 раунда отдают. Точнее, отдали монолитовцам. 2 раунда отдали монолитовцам. Сейчас снова взяли еще один. Да, это просто изи. 2 в 5, друзья. 2 в 5. Вега Сквадрон берет Краш и Джиар. Просто спасает свою команду от неминуемого поражения. И на этой раунде, и на этой карте, самое главное. Жозенько. Жозенько. Возвращаемся, друзья. Зачем Вега прикалывается? Они могут закрыть их, пойти по Юасик пить? Нет, видимо нет. Видимо не могут. Мне реально интересно посмотреть, как монолитовцы закончат с этим всем. Если они закончат. Напомню, что это пик Вега Сквадрон. Дальше мы будем смотреть, по-моему, Мираж. Память не изменяет. Да, даст 2 у нас будет. Это Мираж, если будет третья карта. Мали, 2 килла, просто что творит, молотов от никеля, не особо тут на самом деле нужный, но самое главное, что он убивает Куджи, и Краш вместе с Жаром, снова 2 на 5, друзья, ну что, тащат 2 на 5 второй раунд подряд, или все-таки шансов крайне мало? Теория вероятности говорит нам о том, что шансов еще меньше, чем если бы это был бы отдельный раунд, да, то есть шанс на то, что исход, маловероятный исход повторится 2 раза подряд, он меньше, чем, нежели шанс исхода одинарный, поэтому потерь веру, как бы тут Вега Сквадрон должны проиграть. Но теория вероятности это одно, реальность другое. Джар убивает Маликека. Смотрите, походу тервер сейчас будет это. Оп-оп, делать. Молли. Летит спикер. Да, это... Фу, зачем ты вышел-то? Зачем? Что ты делаешь, братюнь? Почему? Ну ладно, Эллин, в самом случае, отстреливает Джара, хотя тоже мог бы погибнуть. Если бы Джар попал бы по своему оппоненту в библиотеке, и Краш остался один. Краш хедшот. Ну просто изичайший парень. Честно говоря, вот этот вот разворот, вот который сейчас только что был, он очень своеобразный был, согласитесь? То есть вот парень сначала аимит вот сюда,
У меня жалко, нет повторов, потому что я с дома комментирую, но вот он имит сюда, потом у него идет, короче, какой-то разворот, и потом он как будто бы ведет прицел немножко по этому. А потом сразу разворачивается обратно, чтобы не палить. Это, конечно, скорее всего, мой глюк личный, но нажми троечку, если он тоже показалось так, или четверочку, если не показалось. Возможно, это мое личное какое-то ощущение. Вот. Я понимаю, что большинство проголосует за софт просто потому, что, ну, как бы, потому что вы поставили условно на Vegas Squadron, да, наверняка, или просто болеете за них. Ну, видите, большинство считает, что не софт. Ну, я буду вам верить полностью, и опять же, я ничего не утверждаю ни с этой секунды, я просто выглядел достаточно своеобразный маневр, да, вот, у него... Но он все равно молодец, так и так, круто сыграно было. Тем временем последний раунд для Монолит. Если они выигрывают, если проигрывают, то у нас будут с вами допы. И это выход на бэплэнд, в котором всего два опорника. И сейчас, конечно, все зависит от никельбэка. А никель, по-моему, не тащит, да, сегодня у него 16 киллов всего за 30 раундов. Пау! Да, не попал, но сгорел зато чоппер после попадания из ВП в ногу. Полетел Молли, кстати, не точно. Вот будь Молли точный, вот этого килла проплея не случилось бы, скорее всего. Но Молли был не точный, он сгорел просто в полете. Тем временем Хаджи убивает еще не киллбэк. И неужели у нас реально допы? Это жестко. Вот это жестко. Молли. Да, это допы. Сейчас, одну секунду. Налил себе водички и включил свет, потому что все-таки, как вы понимаете, в темноте плохо для глаз. Сидеть за компьютером — это неправильно. Так, ну и вроде наша команда ready. Дополнительное время у нас начинается. Первые, соответственно, допы, может быть, будет и вторые, потому что по силе команды реально пока равны. То есть у нас плюс-минус монолитовцы идут очень близко рядом друг с другом. Да, у нас там 21 килл от снайпера, 19-19-19 от проплея Маликека и спикера, ну и немножко меньше у никельбэка. В свою очередь, чоппер явно не присутствует в команде сейчас, 11 киллов от него за 30 раундов, что означает то, что он делает 1 килл в 3 раунда. Да, и первую половину он полностью провалил, во второй немного стал лучше играть и сильнее показывать себя. Ну и пока Краш вместе с Хаджи играют лучше, чем вся их команда. 24 килла у Хаджи, 21 килл у Краша, хотя Джар тоже делал важнейшие киллы. Ну вообще, в принципе, я думаю, то, что здесь допчиков могло бы и не быть, с той точки зрения, что один из раундов решающих последних был... В ситуации 2 на 5 выигран Вегой, да, то есть по факту такое монолитовцы должны были закрывать, они не закрыли и таким образом дали возможность выйти на эти дополнительные раунды. Ну и последний раунд тоже они проиграли, но последний раунд это одно дело, а другое дело... Почему через телефон лагает? Я откуда знаю, братан. С моей стороны проблем точно нету. Наверное, возможно, Twitch. Или твой интернет, братан. Так, погнали. Смотреть за защитой от монолита. У нас ВП только в защите, в атаке калаши. Только, видимо, быстрый раунд собирается Вега играть. Не собирается там вымеривать что-то.
Опять же, начинаются перекидки там на банане большим количеством гранат. А тем временем Малик пришел и мог бы убить здесь Хаджи, на самом деле. Мог бы гарантировать своей команде большинство в самом начале раунда, но из плюсов сам тоже не умер. Получил какую-никакую на инфу, хотя не особо полезную. И сразу же монолитовцы откатились на самые дальние глубокие позиции, боясь, что противник начнет на них заходить. Соответственно, решили, что лучше они будут играть плотно по банану, но совсем-совсем не плотно по апленту. То есть это чистая линия зелень плюс плент плюс пески. Все по дефолту. Вообще, в принципе, к сожалению, команда вообще не удивляет нас нестандартным мышлением, нестандартными стратегиями. Играют супер по дефолту. Почти все, что здесь есть, наиграно. Ой-ой-ой, как же красиво парни встретились, точнее стояли вдвоем в одну линеечку. Для Малика не было никакой проблемы здесь сделать минус 2. Да, он погиб, но все равно размен в пользу монолита. И заход в сторону апланта. Здесь еще Пироджара и Тони Блэка. Есть флешка, Молик и Смок. Давайте посмотрим, как у них это получится. Я, честно говоря, не уверен, потому что у них будет все хорошо здесь. Так, смочало. Зачем нам показывают вот этого парня? Ладно, давайте посмотрим за песками от спикера. И Тони у нас будет играть прямо над ним сейчас. Ну, чек позиции, понятно. Спикера чекнули, он убил своего оппонента. Второго не убил, правда, но в любом случае меньшинство для Веги Сквадрона. И Жар просто окружен полностью своими оппонентами. Это 9. Точнее, это 16-5. 15. А момент в чем, да? Я бы сказал, что все, чем отличается, вот прям принципиально, я бы сказал, отличается СНГ-сцена. Ну, помимо того, что парни не особо интересно играют, да, не особо разнообразные, разносторонние стратегии используют. Конкретно хотя бы на этом до Инферно, конечно, стоит посмотреть какие-то более интересные и сложные карты типа Оверпасса, Нюка, Трейна. Можно будет тогда сделать больше выводов. Но второе — это не реализация большинства. То есть достаточно редко, когда раунд проходит форматы типа «мы получили преимущество, и мы спокойно его реализуем». Достаточно часто начинаются какие-то проблемы, какие-то непонятные вылазки, минуса на халяву, вот это вот все. Да, и закрепить преимущество, которое уже есть, оно становится какой-то странной задачей, которую должны, конечно, выполнять. И это всегда вот выглядело, точнее, всегда в тир-2 командах, не только в СНГ-регионе, просматривалось. И здесь как бы этот синдром достаточно силен. Эллен дает еще один килл. То есть, ну, вспомните, эйс от Эллена с ВП минус 3 на клатч-моменте 1 в 3, когда он сидел на песках. Потом клатч-момент, точнее не клатч, а 2 на 5 ситуация Джара Краша, где они тоже вытащили. То есть вот таких вот было, ну, штук 5, наверное, условно говоря. И какие-то из них, может быть, менее запоминающиеся, но факт остается фактом, что ситуации, например, 3 в 5 не отыгрываются сильно. Ну, 4 в 5 я уже даже говорить не буду. 4 в 5 и в про не отыгрываются порой. Так, спикер, до свидания. Ну и это раунд за Веги Сквадрон, судя по всему. Опять же, зачем спикер туда поджал на мидл, я не понял. Вот, то есть зачем? Ну, то есть сиди себе на планте, а по инфе играй. Нет, он жмет, короче, мид. Причем, ладно, жмет до церкви, условно, да. Но он дожал до ямы. Ну, зайди в тот момент, когда противник уже двигается в сторону Б-плента. Когда Эллен говорит: так, пацаны, на меня идет заход, я... И сразу же спикер начинает двигаться, например, с церкви или еще немножко позже. То есть, ну... Да. Спикер просто красавчик. Сейчас просто взял и парень отдал раунд по факту. Ну, в какой-то мере, да. То есть он отдал возможность противнику перебежать в сторону апленда. Соответственно, на Б-пленте стоял Эллен с ВП. Он мог бы там кого-то отстрелить. Сейчас ему, соответственно, этой опции никто не дал, потому что противник уже на Б, и он уже в меньшинстве. Ну, короче, да, спикеру стоит, возможно, как-то... Причем уже мы видели от него пару подобных моментов. Стоит, возможно, этому монолитовцу немножко поспокойнее отыгрывать, возможно, где-то себя удерживать дисциплинированнее действовать. Вот. Я, конечно, опять же, не про, да, это их собственное решение, они могут делать как хотят, как им заблагорассудится. Что-то там не разобрались, мне кажется, по девайсам, не разобрались, все-таки все нормально. Вот, но, опять же, одно дело... Делать то, что ты хочешь, а другое дело то, что нужно твоей команде, да. И ясное дело, то, что поджимать так, это круто, это типа дает тебе возможность сделать килл какой-то классный и так далее. Но, с другой стороны, риск не оправдан. Минус от краша, по проплыву, ну, в такой ситуации, в смысле. Крутая дабл хае, можете выучить. Вы просто стоите на ящике вдвоем, кидаете, они, соответственно, чисто вертикально летят вниз. И, ну, да, не чисто вертикально, под определенным углом, короче, они стукаются о потолок игры.
которой у нас есть, как вы знаете, эти самые потолки, невидимые текстуры. Хаджи сейчас убьет противника в спину. Лол. Забавно. Ну и монолит надо идти на ретейк. В любом случае у них последний раунд на первых допах. То есть, ну и сейвить еще до допа все-таки. Элен решил, что лучше всего будет просто встать в огонь и умереть. 7-6 и Вега Сквадрон... Сейчас 17-6 и Вега Сквадрон все-таки взяла два раунда на первой половине допов. Вторая половина допов будет прямо сейчас. Дабл ОП в дефенсе от Веги Сквадрон. Джар вместе с Крашем будут играть с большими длинными палками. Джар проседает, 87 хп у него остается после хаешки. Вот это было совсем неприятно. Проплей с Никилом получает тут. Хэ, в лицо 77-76 хп, проплей еще получает немножко ешек. Ну, монолит, я не знаю, откуда они черпают столько сил. Кстати, у нас 10-тысячные допы, что самое странное. Сейчас я, кстати, пойду узнаю у наших админов по этому поводу. Потому что 10-тысячные... уже достаточно мало где используется, и год назад еще это достаточно популярная была тема, даже, ну или два года назад. Так, спикер. Хедшот пошел, Хаджи отвечает. Никель! Нормально там Хаджи продолжает распроевать, но тем временем Малик вместе с проплеем просто убивает всех и вся. Да, 17-17, у нас тут допы могут быть двойные, могут быть тройные, я уже не знаю, честно говоря, что здесь ожидать, потому что, судя по всему, мы будем прям смотреть. Какая игра. Джар. Он засейвит все равно АВП, мы понимаем, это прекрасно. Ты за Хабиба или Конора? Я, честно говоря, не буду смотреть матч, скорее всего. Ну, предполагаю, на 99%. Может быть, не знаю, хайлайты катонки не посмотрю. Я просто не особо сильно интересуюсь всей этой движухой. Я даже, честно говоря... Она так произошла, что это прошло мимо меня по причине того, что это никогда не было модно в моем поколении, да, то есть... ну, кто-то в бокс, может быть, и смотрел какой-нибудь, но все вот эти вот борцухи и так далее, никому не было интересно, кроме народов, которые изначально всегда с ними... близких отношениях состояли, да, то есть дагестанцы и вот весь этот юг, который любит всю эту борьбу и реально в нем может, и поэтому у нас лучшие люди оттуда как раз находятся, там, если вы посмотрите Олимпийские игры, то же самое. Вот, и так получилось, что я просто не смотрю вообще и никогда этим не интересовался особо. То есть я знаю, что это, видел хайлайты какие-то, может быть, 1-2 матча где-то там у друзей, условно, они там смотрели. Но у меня вообще никто из знакомых, из друзей не смотрит особо, вот, поэтому и я только из чата узнаю о том, что есть какой-то Хабиб и есть какой-то, соответственно, Макгрегора я видел, конечно, рыжего, по-моему, да, это он? Да, да, Макгрегор, я так понимаю, ирландец, который... Ну вот да, опять же, Макгрегора я видел только потому, что он много где в непрофильных изданиях, там типа в журналах и так далее находится, то есть о нем много кто говорит просто в мире, да, и вне системы спорта. Тем временем, просто потому что он скорее лицо уже, а не спортсмен. Тем временем Эриан убивает Хаджи, и
постановка бомбы на аплент, монолитовцы готовы просто забрать себе еще один раунд. JR, конечно, с Тони Блэком попробует что-то здесь продемонстрировать, но скорее всего... Не то, что ничего не выйдет, у них еще и денег не будет. Из-за того, что у нас 10-тысячные допы, то у нас получается 18-17, и у Веги Сквадрон не будет девайсов нормально. А вот это уже рофил. Ну, только если JR, конечно, сейчас не раздифузит. Надо забрать бы... Он забрал. Надо бы это было супер близко, потому что у Никелбека было 15 хп всего. Если JR успел бы навестись каким-то образом, то он бы с пэдл 150-го просто развалил бы. Вот, соответственно, ММА как-то так вот сделался и прошел мимо. Не знаю почему, не знаю, как это произошло. Вот, но надеюсь, что вам нравится. Это реально забавно, наверное. Ну, в смысле, наверное, интересно смотреть. Вот. Я просто не знаю второго пацана по поводу Макрегора. Это какой-то наш, что ли, чел? Так. Размен один на один на миде произошел. Здесь поджим жесткий был от JR. Решил он сагрессировать. Решил сыграть как-то экспериментально. Аниме смотрю, да. Ну, не в небольших объемах, так, чисто раз в месяцочек залипаю на какой-нибудь тайтл. Может быть, меньше даже. Раз в два месяца. По настроению, что называется. Павел Хаджи. Сильно-сильно. Конор это не наш чел. Конор это ирландец, если я не ошибаюсь. Голос похож на JTB. Не знаю, даже не близко. Итак. Чоппер. И Тони. Ну, тут сейчас будет, походу, тотальный каминосай. Хотя, вот эта флешка должна сделать киллы. Смотрите. Тони. Так, ждет. Выжидает, собирает инфу. Чоппер собирает для него инфу. Тони Блэк сейчас получит ее. И как только получит флешка, выход. Нормально. На, в лицо просто одному. Второму проплею все-таки убивать Чоппера. Но размен один в один. И, честно говоря, это у меня было больше ожиданий от ЮМПХ Тони Блэка. Сейчас его просто зачекают и убьют. И монолитовцы, судя по всему, заберут себе первую карту в рамках Best of 3 серии. Квалификации на эпицентр СНГ. Краш вместе с Хаджи идут просто... Давай, пацаны, погнали вперед! На! Влево, вправо, вправо, влево. Дигл работает там, тут. Хаджи все-таки нашел свой хедшот. И Хаджи 15 хп против двух монолитовцев. Супер лоу хпшные. Чики-брики и в дамке. Для монолита 19 в 17. Отправляемся отдыхать. И смотреть рекламочку. С момента большого взрыва люди стремились играть. Ну вот смотри, есть... Чтобы поездок было много, они должны стоить мало. Так работает таксипортация. Ситимобил. Таксипортируйтесь от 89 рублей. С момента большого взрыва люди стремились играть. Ну вот смотри, есть руки? Ну, собственно, и все, не клешня жрак, можно шпилить. И понеслась. Гераклу подавай спортивные симуляторы, Цезарь гамал в стратегии, Пушкин мечтал ставить хедшоты, Эйнштейн зависал на аркадах. Ну а потом поехали симуляторы космоса. Пора вписать свой ник в историю. Ты создан, чтобы тащить. За что мы любим спорт? Это праздник. Это работа. Это месяцы подготовки. Это команда. Это соперник. Это адреналин. Это скорость. Это скилл. Это победа. G-Drive. Это мощно.